Всем привет! Сегодня рассматриваем проект под названием Реалиста, и он занимается инвестициями в недвижимость на блокчейне. На данный момент идет пресейл, до его окончания осталось почти 5 дней, и уже достигнута почти 50% пресейл хардкап. Проект предлагает любому инвестору безопасные инвестиции, вне зависимости от того, насколько эти инвестиции велики. Реалиста выпускает токены, которые поддерживаются недвижимой собственностью, которая в свою очередь проверяется, сертифицируется и надежно управляется. Проект предоставляет инвесторам возможность избегать ловушек переполнения, реализуя при этом более высокую рентабельность инвестиций. Краткосрочная ликвидность больше не будет являться проблемой. Итак, давайте рассмотрим, какую же выгоду будут иметь владельцы токенов. С первой половины 90% привлеченного капитала Реалиста создаст курпул из тщательно отобранных высококачественных активов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Эти активы будут генерировать устойчивую прибыль для пользователей, которые планируют удерживать свои токены и следить за тем, чтобы внутренняя стоимость увеличилась. И вторая половина из 90% привлеченного капитала будет использована для пула возможностей, где более активные инвесторы могут голосовать за приобретение проектов недвижимости с различными коэффициентами риска и доходности. Инвесторы будут голосовать, выделяя свои токены в соответствии с их инвестиционными стратегиями. И третий источник прибыли для держателей токенов REA поступает из платформы Реалиста как услуга, которая помогает настраивать свои компании по обратному копированию за определенную плату. Держателям токенов REA будет предоставлено 70% прибыли от этих сборов. И в то же время инвестиционная привлекательность недвижимости становится все более привлекательной для инвесторов, поскольку акцентированные инвестиции в недвижимость через блокчейн становятся все более популярными. И проект ожидает, что эксперты по недвижимости все чаще обращаются к платформам, таким как Реалиста, которые обеспечивают стабильную инфраструктуру для капитализации своих проектов. Эта повышенная активность показывает неплохие перспективы для нашего третьего источника доходов. Итак, благодаря технологии блокчейн и ее смарт-контрактам, которые делают прозрачную токенизацию объектов недвижимости возможной, теперь есть эффективный способ для людей получить доступ к этому высокодоходному и стабильному классу активов. Создавая платформу, в которой используются токены, подкрепленные тщательно подобранными активами недвижимости, мы обращаемся ко всем опасениям относительно инвестирования в недвижимость, в то же время сохраняя здоровый обмен рисками и минимизируя издержки. Команда прогнозирует, что технология блокчейн будет играть важную роль в будущем всей индустрии недвижимости. Ну а пока что токенизация недвижимости – это способ для индивидуальных инвесторов получить доступ к высокодоходному классу активов, который ранее был недоступен, и добавить более безопасный холдинг к их портфелю криптовалют. Так, идем дальше. Реалиста обеспечивает максимальную прозрачность благодаря умным контрактам, которые проверены CoinFabric. Инвестиции будут надежно управляться по немецкому законодательству. Ну и те же самые требовательные стандарты будут применяться к будущим проектам, которые будут запускаться экспертами по недвижимости через платформу Реалиста. Так, здесь вот представлены часто задаваемые вопросы и ответы на них. И переходим к деталям ICO. ICO начинается уже через 6 дней, то есть 25 ноября, и будет длиться месяц до 25 декабря. Здесь мы видим стоимость одного токена, которая будет, с,
каждой неделей повышаться. На пресейле стоимость составляла 70 центов. И уже на четвертой неделе ICO цена дойдет до 1 доллара. Тип токена ERK-20. И после ICO уже не будет выпущено новых токенов. И здесь мы видим распределение этих токенов. Далее у нас представлена дорожная карта. Здесь можно ознакомиться с дальнейшими планами проекта. Так. Ну и далее у нас идет команда. С командой тоже можно ознакомиться с каждым отдельно. Здесь вот представлены ссылки на их соцсети. В описании под видео я приведу ссылку на White Paper, на Light Paper. Кого заинтересовал данный проект, можете более детально ознакомиться с информацией. В этих документах все очень подробно и доступно написано. Ну, на этом можно заканчивать мой видеообзор. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и помните, что все ваши инвестиции происходят на ваше усмотрение. Всем спасибо, пока!